Все пытаются догадаться, рассмотреть, обсудить купол, не купол. Да, ребята, купол. Хотите такую вам информацию дам? Вернее, приоткрою завесу. Шторочку эту потайную, что с обратной стороны купола находится. С обратной стороны купола, ну вот, представили, да, мы находимся, как это, скажем так, в воронке, как бы, и как мыльный пузырь, она такая, куполок над нами, вот, когда день, ни сторону света я не знаю, но, короче, когда день, над головой проходит полукруг такой, как бы вокруг шара, как бы два кольца крутятся. Дневное освещение, которое отвечает за дневное освещение, проходит сзади наперед, если смотришь на остров. Раньше была одна большая земля и один полуостров. И около полуострова остров, как бы огибающий, закрывающий его в этой воронке. И с той стороны там начиналась узкая вода и большая вода. Как же, как желток в яйце. Вот так вот. Ну, короче, не суть. Так об обручах. За дневное освещение отвечает узкий. Узкое кольцо, узкий вот этот полукруг, который видим, он проходит вот так вот. Когда он почти заканчивает свой ход, выходит ночной. Ночной обруч массивней, потому что больше освещения везет на себе, чем дневной. И каждый раз, каждый новый, на каждый новый виток они вот меняют ход, маленький чик 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 чик, и тот, и этот. И из-за этого периодически происходит затмение, так называемое. Вот. Чтобы отсюда выйти, нужно войти. Это значит, нужно где-то есть проходы, потому что через верх никак. И раньше было просто как скал, ну, как воронка, как кратерная, каменная. Стена такая, как будто в кратере. И вот такой бег. Освещение. Отвечает за освещение. Вот эти кольца. Вот так, как вам. А теперь, я думаю, на первый раз достаточно. Это информация с того времени, когда был один материк, полуостров и остров. И все. Но я не думаю, что у этих кукловодов мощи хватит с кольцами что-то сделать. Единственное, что ход разгоняют тем, что здесь происходит. Тем, что мы микробы наделали. Кольца быстрее побежали. Статическое электричество подняли бы, скажем так. Вот так вот, ребятушки. Нашими своими руками выстилаем дорогу в ад. Превращаем рай в ад. Своими руками. Чужими помыслами, замыслами, руками нашими.